Всем привет и добро пожаловать на борт. Сегодня мы расскажем и покажем, как установить измельчитель пищевых отходов в борт. Для установки любого измельчителя вам сперва потребуется демонтировать старый сливной сифон и очистить окружность возле слива. Теперь мы поговорим об измельчителях и их установке системой H-Lock. Для начала разберите установочный комплект, ослабив шпильки и сняв стопорное кольцо. Установите фланец с прокладкой в слив мойки. Соберите нижнюю часть. Наденьте стопорное кольцо и затяните шпильки. Теперь можно соединить конструкцию с измельчителем. Совместите три металлических уха с верхними лепестками. Поверните измельчитель так, как вам необходимо, и затяните крепление с помощью отвертки или шестигранника. Установите сливное колено на измельчитель. Релиф раковины следует подключать к специальному выводу на этой же трубе, предварительно просверлив в ней отверстие. Обязательно следует установить U-образный сифон для гидрозатвора, иначе возможен неприятный запах из канализации. Очень важный момент. Вход в канализацию должен быть ниже слива измельчителя. Подключаем пневмокнопку. Если в вашей раковине отсутствует специальное отверстие, следует его сделать перьевым или ступенчатым сверлом нужного диаметра. Перед первым запуском измельчителя следует включить воду и проверить все соединения на наличие течей. Если их нет, все хорошо, можно пользоваться. Как вы видите, в самостоятельной установке измельчителя нет ничего сложного. Однако мы все-таки рекомендуем обращаться к профильным специалистам. Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы в комментариях под этим видео. До свидания.